По экспертным оценкам Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место в мире среди причин смертности. Игнорирование признаков столь опасного заболевания может привести к непоправимым последствиям. Ишемический инсульт – это необратимое изменение вещества мозга, возникшее в результате значительного снижения или полного прекращения кровоснабжения. Эта болезнь связана с тем, что происходит закупорка церебральных артерий, чаще это тромб, и тем самым возникает нарушение мозгового кровообращения. Возникает инсульт, часть мозга, получается, отмирает. Для лечения по сей день используется внутривенный тромболизис. Это препарат-тромболитик, благодаря которому тромб растворяется и восстанавливается кровоток в мозговой артерии. Однако этот метод не всегда эффективен и имеет риск возникновения осложнений. На сегодняшний день существует высокоэффективный метод лечения, который называется тромбоэкстракция. То есть тромб удаляется механически, с помощью специальных инструментов. Новая методика позволяет полностью удалить тромб посредством рентгенно-эндоваскулярного лечения. Это малоинвазивная операция. Через маленький прокол на бедре с помощью специальных эндоваскулярных инструментов удаляется тромб из мозговой артерии. И данный способ имеет множество преимуществ. Методика тромбоэкстракции, она заключается в том, что через пункцию сосуда, через местную анестезию вводятся специальные микрокатетеры, которые доводятся до зоны инсульта, до тромба. Через этот микрокатетер заводится специальный инструмент, который удаляет селективно, избирательно именно из этого сосуда вот этот тромб. Эта операция малотравматичная, она занимает по времени около часа. И на самом деле восстановительный период очень короткий, то есть нет никаких разрезов. Университетская клиника Казанского федерального университета имеет успешный опыт в проведении подобных операций благодаря высокой квалификации врачей и наличию самого современного оборудования. В сосудистый центр университетской клиники КФУ по линии скорой помощи поступил 62-летний пациент с обширным ишемическим инсультом. Мужчина перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Он был в сознании, но не мог говорить, и правая часть тела была обездвижена. Было принято решение о проведении соответствующей операции. Она прошла успешно. Мы удалили тромб, восстановили кровоток, и пациент, который был риск инвалидизации, возможно, даже летальности, восстановился, выписался и может активно дальше продолжать жизнедеятельность. Благодаря такому методу лечения значительно снижается риск возникновения осложнений, происходит быстрое восстановление, и пациент может вернуться к нормальной активной жизни. Диана Желенкова, Универньюз.